И на картошку копали, сегодня нас на войну отправили. Никакой ни подготовки, ни хуй нету. Вон пацаны сидели, в пункте временной дислокации уебали 400 человек разом накрыли. 400 мобилизованных, с одного города, в городе Траура, вчера вертушка отъебался по нашим позициям, наша же вертушка, Прикалываются, что ли, его в рот. С танка 3 раза парили по нашим позициям, тоже перепутали координаты. Я уже 2 раза под танковым обстрелом был, под минометным обстрелом, и с автомата чуть не захуярили, свои же. Пошли за водой, нахуй, на свой же чуть не застрелил очередью в нашу сторону, нахуярил синий. Да, спать ложись аж на туре. И думаешь, проснешься ты завтра, не проснешься. И больше всего потом тебе приезжает психолог и говорит, ему задают вопрос, а почему мы тут, ну и такая. А я ему говорит, больше скажу, вы никто, говорит. Вы просто у вас запас. В случае чего вас тогда двинут, тогда вы будете. Вы, говорит, даже можете, вам еще надо доказать, что вы участники боевых действий. Это пиздец какой-то, нахуй. Ну я со всех сторон. На передок бросает, ни экипировки, ни хуя нету, похуй, передок бросает. А у нас ни тепляка, ни ночника, ни хуя. У меня вот автомат и 5 магазинов, больше ни хуя нету. Бронежилет 4-го класса, который нахуй осколком прошибет. Ебанё всё нахуй. Но на коленнике каска и очки. Все валят вообще, все прям валят конкретно. У кого дети были, кто отказ записал, чтобы сюда поехать. Все уже пишут обратно бумаги, чтобы уехать отсюда.